biz bugün maşınlığa katta tadbir otkazı yapız. Oşa adamlı ustadan müzey açtık. Bu fakat, nafakat sizler için, biz ne yaşlar için maşınlığa adam yaşayan, uğuk adam sizlerin içi de. Ben etmek için ben hamalarga, sizlerge katta rahmat. Ne gidiyseniz sizlerin hareketiminden, sizlerin haklışınızdan maşınlığa müzey açıldı. Sizler bundan bir işleyen adam maşu eslap vallar eslap yürüsün, bilsin. Çünkü hakikaten manam fakirlenmem. Çünkü bu adam karislerden iken manam o şenge nuhayet fakirlenmem. Yana bir madde hamalarını halkını tabriklayamam. Maşınlığa bayramından. Çünkü 1 Mart'ta 100 yıl ötkenliğe maşınlığa çıroylu müzey açıldı. O şenge kelinler, ballarınızın ap kelinler, korsatınlar. Bu bizim tarihimiz. Katta rahmat.
Тимофея Егорыча, великого сына узбекского народа. Сегодня, спасибо, друзья, сегодня здесь вот как раз подходят аксакалы. Давайте их поприветствуем, тех людей, которые не понаслышке знают Ахвани и Тимофея Григорьевича, те люди, которые работали бок о бок с ним. Спасибо им большое, что они сегодня здесь, на этом празднике. И, конечно же, хотелось поприветствовать официальные лица, присутствуют сегодня на нашем торжественном мероприятии. Это хаким Ташкентской области Халматов Рустам Курбанназарович. Депутат Али Маджлиса Республики Узбекистан, председатель Ассоциации корейских культурных центров Республики Узбекистан Пакт Виктор Николаевич. Председатель комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при кабинете министров Республики Узбекистан Курбанов Рустамбек Джавдатович. И хаким Юкари-Черчикского района Атемов Ускенбай Бусинович.